Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку, Санкт-Петербург называется. Вот сегодня хочу показать вам дом, который находится по адресу Кирочная улица, дом 40, особняк Нейтгарта. Ну, по порядку. 1872 год. Здесь был дом с дворовым флигелем, и принадлежал он титулярному советнику Михаилу Федоровичу Люцце. В 1874 году дом отца Петра Аркадьевича Столыпина, Аркадия Дмитриевича, генерала-адъютанта. В 1910 году особняк Нейтгарта. Жена Столыпина, Ольга Борисовна Столыпина, уроженная Нейтгарт. Понятно, да? Вот такая вот связь получилась. И в 1916 годах, в конце, особняк Гессена, агента страхового общества России на Калашниково хлебной бирже. Вот такая хронология этого дома. И даже не дома, а участка, на котором стоит дом. Земли вдоль Невы, берега Невы, Петр I разделил в свое время между своими ближайшими родственниками, а за ними селились палатные люди и царедворцы. На остальной территории располагалась артиллерийская слобода. Это вот про этот район. Когда-то здесь было на первом этаже лицевого дома располагалась чайная, кофейная, транспортная контора, которая занимала первый этаж. И были здесь различные каменные надворные службы. На втором этаже и на чердаке находились квартиры, которые сдавались в аренду. Кстати, здесь были еще деревянные конюшни на 20 стойл. Так вот, Нейтгарт решил построить на месте доходного дома собственный особняк по проекту гражданского инженера Пургазлиева. В отзыве архитектора кредитного общества Шагина от 2 ноября 1911 года отмечено, что все строения этого имущества представляют из себя почти особняк с очень хорошей отделкой, парадная лестница из белого мрамора с такими же перилами, большая часть рам дубовые. По фасаду все стекла зеркальные, комнаты хороших размеров и имеют очень хорошую отделку, подоконники мраморные. Имущество только что окончено отделкой, исполнено из материалов очень хорошего качества, прочно. Вот такой здесь был дом. В ноябре 1917 года Нейтгарт продал дом купцу первой гильдии Борису Исааковичу Гессену, который владел им около года до того момента, как его национализировали. Ну так, Алексей Борисович Нейтгарт, российский политический государственный деятель, член Государственного совета, причислен, кстати, к лику святых Русской православной церковью в 2000 году. Выходец из известного российского дворянского рода. Мать Мария Александровна Талызина, правнучка Суворова, сестра супруга председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина. Вторая сестра Анна Борисовна, супруга министра иностранных дел Сергея Дмитриевича Сазонова. Вот такая семья. Ну а супруга Любовь Николаевна, урожденная княжна Трубецкая, дети Елизаветы, Мария, Наталья. Кстати, сын и одна из дочерей были расстреляны в 1918 году в Нижнем Новгороде. Окончил пажеский корпус, подпоручик, уволен с воинской службы в чине гвардии поручика. Земский начальник, нижегородский губернский предводитель, являлся почетным опекуном опекунского совета, учрежденной императрицей Марии Федоровной по санкт-петербургскому присутствию, так называлось. Щедро жертвовал на нужды и постройку православных церквей Нижегородской губернии. Стал ктитором Екатерининского храма при приюте для бедных дворян. Был попечителем ряда приютов и учебных заведений. Губернатор Екатеринославский уволен в отставку. С 1906 года член постоянного совета дворянских съездов. Кстати, был докладчиком по реформе властного суда. Стал главной опорой правительства Столыпина. Вошел в русское окраинное общество с его образования 1908 года. Очень много регалий у человека. В октябре 1917 года уволен от службы большевиками. Вместе с епископом Лаврентием Князевым и настоятелем Нижегородского кафедрального собора священником Порфирьевым подписал воззвание к пастве от имени съезда духовенства, которое призывало протестовать против закрытия православных храмов, монастырей и конфискации церковного имущества. Вскоре все подписавшие воззвание были арестованы и расстреляны без суда. Вот так-то. А в 1991 году реабилитирован российской прокуратурой. В 2000 году прославлен лик святых архиерейским собором Русской Православной Церкви вместе с епископом Лаврентием Алексеем. Вот такая судьба. А супруга Александра Борисовича
урожденная княжна Трубецкая. Ей впоследствии удалось спастись от участи мужа бегством за границу. В эмиграции оказалась и сестра Александра Борисовича Ольга Столыпина, Анна Сазонова, а также родной брат Дмитрий. Сын Борис Алексеевич Нейтгард был во время войны штаб-ротмистром в Туркменском конном полку и по постановлению Нижегородского губчака в 18 году был приговорен к заключению в концлагерь на срок до окончания гражданской войны. Судьба его неизвестна. Вот все, что я могу вам рассказать про этот дом, все, что я нашел в интернете о людях, которые жили в этом доме, немножко о их судьбе. Ну, собственно говоря, вот и все. Это был особняк Нейтгарда. Все, пока-пока. Блокировочный дом 40. Стиль эклектика. Год постройки 1910. Пока-пока. До свидания.